Качели, горки, лесенки, умные тренажеры, песочница, баскетбольное и футбольное поле. Детская площадка во дворе по проспекту Георгиевскому – хороший пример тому, как из инициативы местных жителей рождается большой проект. Из 79 заявок на конкурс бобручане попали в число 7 лучших. Идею реализовали еще в прошлом году при поддержке Могилевской областной ассоциации местных советов депутатов. Своим опытом активисты делятся с участниками семинара практикума. Взаимодействовали все жители нашего микрорайона. Это многоквартирные жилые дома по проспекту Георгиевскому 30, 32, 34, 38, Национальный банк развития Республики Беларусь, местный совет депутатов и наши городские власти. Еще один пример – уютный дворик на Минской, 79. Домик с горкой, скалодромом, лестницей и турниками. Игровой комплекс отечественного производства. Все детали сделаны из металла, содержат защитные вставки из пластика и резины, как положено по стандартам безопасности. Детскую площадку возвели по инициативе местных жителей. При помощи, значит, собственных средств Кубжево-Ленинского района была организована процедура закупки. Монтаж осуществили, то есть, работники ремонтно-строительного участка Кубжево-Ленинского района. Мы подчеркиваем и выделяем тех людей инициативных, которые предлагают, не боятся, не стесняются, предлагают свои идеи и зовут с собой остальных жителей для того, чтобы делать свой район, свой двор краше и для того, чтобы было комфортно жить. Работа по благоустройству города ведется непрерывно. Этой весной новые детские площадки построят на Урицкого 137 и 94, Парковой 68, Минской 80, Горелика 23, Крылова 56, Орджоникидзе 42Б, Ульяновской 70А и проспекте Строителей 24. На Фондоке уже готов образец. Заказчик-исполнитель работ – Бобруйск-жилкомхоз. На этой неделе проектная документация должна пройти государственную экспертизу. После закупят оборудование. В конце апреля стартует подготовительный этап. Материалы, с которыми выполнены данный игровой комплекс, они все экологичны. Это пиломатериалы и хвойных пород, и отделаны водными материалами, которые не содержат каких-либо вредных веществ. Семинар продолжился в администрации Ленинского района. На повестке взаимодействие служб ЖКХ и центров общественного самоуправления. Лейтмотив – объединяться и совместными усилиями жителей и городской власти делать каждый уголок города уютнее. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.